Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 27 июля. Сегодня был очередной массовый сбор томатов. И вот перед тем, как начать дегустацию всех по одному, многие вот из этих я уже описала, я хочу прям коротенький-коротенький ролик-коротышку снять, чтобы сказать тем, у кого нет теплицы, показать те томаты, которым не нужны теплицы, которые без теплиц завалят вас урожаем. И это не зависит от того, хорошее у вас будет лето или плохое. Можно, конечно, нынче в этом году списать вот такой большой урожай на наше хорошее лето, теплое у нас в Алтайском крае. Но нет, такой урожай получается каждый год. Вот это те самые неприхотливые сорта, которые я половину уже рассказывала, о некоторых нет. Вот смотрите, у меня яблонька России дает стабильный урожай. И именно ведрами с нескольких штук достаточно посадить 4-6 кустов, они будут все облеплены. Потом вот этот ультраскороспелый тоже дает большой урожай. И без теплиц, безразличных, все они неприхотливые. Вот этот челнок, я уже его описывала, тоже до сих пор еще снимаю. Вот вы видите, что в каждом лотке тут более ведра. Если 8-литровая, то с горкой. Если 10-литровая, то полностью. Вот этот лоток, это целое ведро. Также кемеровец, вот этот вот алый такой красивейший сорт. Видите? Да, они не крупные. Да, они такие, не те бифтоматы, о которых мы мечтаем. Но есть регионы, в которых могут расти вот только такие томаты, если без теплицы, я имею в виду. А если выдастся, например, более-менее солнечное лето, вот как у нас сегодня, так они еще мясистые, они такие сладкие. В этом году вот мне написали зрители, что и ренет сладкий, и все-все вот эти скороспелки очень сладкие. Сейчас буду рассказывать про яблоньку России, про кемеровец и про ультраскороспелые. Все они примерно одинакового такого как назначения. Это неприхотливые, которые можно вырастить, посадил и забыл, которые дадут вам очень много урожая, которые дружная отдача, которые вам помогут при заготовках на зиму любые и консервирование, и томатные пасты, и кетчупы, и лечо. Все можно с ними готовить. Ну все, начинаем дегустацию.